Сопереживать, поучаствовать друг друга в жизни каждого. Я думаю, что это бесценные, драгоценные, очень важные моменты в нашем христианстве. Когда мы служим, когда мы трудимся, мы отдаем, а когда мы приезжаем на подобные мероприятия, мы должны получить. Мы должны обязательно получить. Ну, наверное, получить в первую очередь теплоту, доброту, понимание, уважение. Мы должны получить внимание, мы должны получить, ну, наверное, вот это возможность услышать меня. Мне очень приятно, что на молитвенных утренних встречах мы так искренне делились, открыто, честно, без каких-то украшений. Мы так иногда любим украсить и показать желаемое за действительное. Но на самом деле мы говорили о проблемах, о вызовах. Мне очень нравится, что литературные благовестники – это люди открытые. Я где не встречаю книгонож, всегда это люди, ну, люди открытые. Они не боятся назвать проблему по имени, не боятся сказать, что у нас проблема, нас мало. Или нас там не принимают в церкви, или нас не понимают. Это правда. Вы знаете, это большое переживание. Но хочу сегодня сказать слово утешения, что, понимаете, вот в деле Божьем мы понимаем, что чем более успешное, чем более яркое служение Бог предложил церкви, тем сильнее сатана будет бороться с ним. Поэтому, если мы думаем, что он оставит в покое книгоношу, это даже и не думайте. До последнего времени этого не будет, он не оставит в покое. Он будет все возможное делать для того, чтобы разрушить. Но Бог сильнее. И Бог сказал, что это будет работать. Поэтому, друзья, блажен тот, который не соблазнился. Помните, Иисус скажет, блажен тот, который не соблазнится. Но это все возможно придут. Переживания придут. И последнее время настанет, и мы никуда не денемся. Мы часть этой планеты. Но как важно нам, зная обетование Божье, не согласиться об этом. Я хочу поблагодарить каждого из вас еще раз за то служение,